В городской администрации состоялось заседание комиссии по административным правонарушениям. Такая комиссия еженедельно решает вопросы о назначении штрафов за те или иные проступки. В этот раз членами комиссии было рассмотрено 339 протоколов об административных правонарушениях. Основная доля правонарушений приходится на распитие спиртных напитков в общественных местах, а также на организацию несанкционированных свалок в черте города. Сумма штрафов колеблется от 300 до 5000 рублей. В том случае, если нарушителя городского или общественного порядка привлекают к ответственности в первый раз, сумму штрафа назначают минимальную, либо условную, ограничиваясь разъяснительной работой. Специалисты административно-технической инспекции еженедельно осуществляют выходы на городскую территорию, проводят рейды, выявляют нарушения, связанные с благоустройством. Наши сотрудники, выявляя это нарушение, предлагают гражданам либо устранить это нарушение через выдачу предписаний, либо путем составления административных протоколов. После того, как административный протокол будет составлен, соответственно, протоколы направляются на комиссию, и здесь уже коллегиально рассматриваются.